Зря не взял снегоступы. Что? Их кто-то носит? Да, на самом деле, это самая древняя и самая эффективная обувь для хождения по льду. Ага, ясно. Думаю, тебе понравится в Биверфилде. Здесь все немного... подозрительное. Рейнджер! И люди. Ты мой хороший. И погода. Да все! О. Рейнджер, вы словно только что труп увидели. Ну, дороги к вам замело. И с генератором что-то не так. С которым? Со всеми. И интернета нет. А еще на крылечке труп лежит. Наверное, волк. Ты что, теперь волчий детектив, Маркус? Мы не знаем, кто и когда будет следующим. Мне казалось, все согласились с тем, что снаружи опасно и надо держаться вместе. Мне интересно, у кого есть пушки? У всех? Все будем ночевать в одном месте. А у нас твой нет. С пушками? Да, с пушками. В этом хищнике все необычно. Он не человек. И не волк. Он один из них. Из кого из них? Это же оборотень! Кто? Бурдалак! Как он сюда попал? И как он ушел? А может, он здесь? А может, я оборотень? А может, ты оборотень? Ты оборотень, ты оборотень, и ты, и ты, и ты, и ты! Оборотень! Вы что, все проблемы сваливаете на мексиканцев? Малыш, никто и не говорил, мексиканцы. По-моему, нужно просто выйти. Черт, выйти и посмотреть. Открыть. Позволь мне. Я все равно пойду, я не боюсь. Пропусти. Пожалуйста, спокойно. Не надо за меня бояться. Прошу, не надо. Вот же где. Почему Спасибо, ты так уверена в себе? Меня боже мой, давно бы уже вышла.